Всем привет, вы на канале Юный Пап. У нас сегодня короткое техническое видео по серии машинок Muscle Car, вот таких 16 масштаба. Часто заявляют проблему, что не заряжается, а по факту легкое касание руки и все можно починить. Значит, машинка имеет снизу отсек, вот мы его уже открыли. Здесь зарядное устройство, проводок идет, он сразу подключен к машинке для зарядки. Вы, используя USB адаптер и либо компьютер, можете зарядить ее, поставив на зарядку. Включаем к USB, загораются фары, значит зарядка идет. В это время надо выключенную машинку держать, включенную не надо. Если вдруг при подключении к USB или к адаптеру у вас фары не загораются, значит проблема в следующем. Не надо паниковать. Вот здесь вот вы берете этот отсек, оттягиваете от себя, открываете. Здесь вот как раз находится аккумулятор. Вот. Он подключен к плате и тоже также подключено зарядное устройство. Так вот, проводок зарядки частенько просто отключен или выскакивает из-за того, что его вытягивали достаточно сильно. Из-за этого машинка не заряжается. То есть, чтобы починить, вам достаточно этот проводок открыть люк, подключить, соблюдая рисочку направления зарядку. Можно руками, можно использовать пинцет, если большие пальцы. Все, подключили, разместили обратно аккумулятор, закрыли спокойно отсек. Здесь как раз проем есть. Закрыли, защелкнули и можете спокойно пользоваться и заряжать. Не надо паниковать, переживать, что машинка не работает или не заряжается. Частенько бывает, что дети потянули слишком сильно и он выскочил. Поэтому обращайте внимание и все будет в порядке. Как проверить? Подключаем, лампочки загорелись. Если соединения контакта на зарядке нет, лампочки гореть не будут. Спасибо за внимание. Вы были на канале Юный Пап. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.